Обвал подпорной стены у дома по проспекту Победы 2Б побудил чиновников внимательнее следить за вводом в эксплуатацию новых многоэтажек. Такое поручение на заседании правительства города в понедельник дал губернатор Дмитрий Овсянников. Он поставил задачу исполняющему обязанности вице-губернатора Владимиру Татарчуку и директору департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Александру Моложавенко детально разобраться в причинах ЧП, которое произошло 19 апреля. Проверить причины, приведшие к данной ситуации, я уверен, что это уже является предметом рассмотрения и прокуратуры, и всех остальных органов, и сделать соответствующие выводы для учета в работе при приемке домов, при проверке тех решений, которые там есть. Так, спасибо. Напомним, в пятницу у дома номер 2Б по проспекту Победы в результате обрушения подпорной стены 4 автомобиля скатились в обрыв. Один упал и перевернулся. Еще 5 машин находились в зоне риска. Их эвакуировали силами МЧС. Причины обрушения и риски дальнейших обвалов выяснит межведомственная группа.